Привет! У нас сегодня день большой распродажи в городе. Называется распродажа остатков. Все магазины выносят на улицу свою продукцию и продают ее по очень низким ценам. Марки все. И хорошие, и дорогие, и менее дорогие. Я сейчас вам просто покажу вот это, как выглядит. Вот, бхадры это называется. Вы видите, тут для детей 2 года, 3 года, 4 года. Тут что-то мужское. Трогательный дедуля с цветами. Вот так это выглядит, все выставлено. Слово «брадри». «Брадри» означает именно продажа по низким ценам. Все, что не продано, грубо говоря. Ну, мы можем еще и вкусняшки посмотреть. Итальянская пицца. Тут я впереди вижу обувь тоже выставлена. В общем, практически все магазины одежды, обуви выставляют то, что они хотят продать, и делают дополнительные скидки на свою продукцию. Называется «Бери, не хочу». Покажу вам рыночную площадь. Сегодня же еще день рынка. Смотрите, какой дедушка мед продает. Настоящий дедуля прямо. Вот у таких очень приятно покупать. Мне как бы ничего не нужно так специфического. Ой, давай сыры посмотрим. Фермерские сыры. Это все козий сыр. Тут у нас колбасы. 1,5 штук. 1,5 евро, 4,15 евро. Тут у нас куру гриль готовят. Фермерскую тоже. Не знаю, как вам, но очень красочно. Сколько видов салатов разных. Местная клубника. Первая местная клубника. Но это надо брать, я так думаю, уже. А это никакая не привозная, это выращено именно здесь. Помидоры просто сказочные. В общем, тут видите, прямо торговля кипит, очереди, все покупают. Я, наверное, сейчас клубничку куплю и пойду потом дальше. Уже покажу вам одежду, рынок, где одежда. Тут даже хлеб натуральный. Красивый. Совершенно шикарный, фермерский. Давайте еще зайдем на цветочный рынок. Традиционный. Это туристы стоят просто. Это уже цветочки.
le blanc, c'est normal. Это южные цветы, которые местные, ниоткуда не привезенные. Они обещают, что это все в нашем регионе делают. Высота. Какие красивые тюльпаны вот эти. Цветочки мы купили. Я, правда, не эти купила. Типа вот таких. В общем, нереальная красота. Тут я вам сейчас покажу самые вкусные кексы в городе, куда всегда стоит очередь. Вот она, видите, там впереди толпа. Это называется кексы Кристоф Мадлены. И тут реально люди стоят в очереди, чтобы их купить. Вот это имейте в виду. Будете в Эксе? Pardon, excusez-moi. Вот это вывеска. Они недорогие совсем, как бы там 3,56 штук, но они нереально вкусные. Ну, в общем, я не знаю, стоять мне в очереди, что-то сегодня мне лень. Я иногда стояла в этой очереди, но сегодня, я думаю, я, наверное, не буду. Сегодня, наверное, не буду. Пора худеть вообще-то. Лаванда, лаванда. Тут конфеты, магазин конфет на базе оливкового масла. Типичная для Прованса. А куда вот эти люди стоят, интересно? Сейчас посмотрим. Это вьетнамская кухня. А вот это типичные вот эти колесоны, вот это типичное лакомство Экс-ан-Провансу. Они сделаны на основе миндаля и, как это называется, и дыни. Миндаль и дыни. Это одна из самых известных марок. Маленькое оливковое дерево. 30 евро. Bonjour. Мне всегда неудобно людей снимать, поэтому я иногда резко убираю камеру. Вы меня извините, пожалуйста. Я знаю, что это раздражает. Но некоторые люди прямо на камеру идут. Смотрите, какая красота. Видите, тут прямо... Это считается защита дома. Это Дева Мария. Ну, тут она прямо, видите, как защищена в специальном коробе. И тут, в принципе, в каждом доме практически такие есть штуки. Только это прям совсем очень красивое. Я не знаю, как они называются. Не смогу вам сказать на русском языке. Если найду, я напишу. Pardon, excusez-moi. Вот там, видите, вот эта дверь, там музей текстильный. Он текстиля и ковров. Как-нибудь вам сделаю видео там. Это мы в самом центре. Вот видите, написано музей. Где таписхи. Таписхи — это ковры и все, что надо ткать. Обратите внимание, здесь солнечные часы.
на храме. Это старый храм. Смотрите, как он красиво. Давайте вам заново храм покажу уже с другого ракурса, напротив, как полагается. Сразу рядом у нас кафешка, люди сидят на солнышке, у нас совершенно шикарная погода уже. Уже туристы иностранные с гидом, видите, вот эта группа. Все уже, у нас уже начинается теплый-теплый сезон. Бабушки-француженки, которые вышли продукты покупать со своими известными тележками. За кексами мы с вами в другой раз стоим обязательно. Просто сегодня прямо вот вообще неохота. Я не очень, но симпатично все равно. Наши маленькие автобусы, которые по центру ездят на 3 пассажира. И главное здание почты. Красивое. Буквально недавно открыли бутик Фрагонар. Вот буквально, мне кажется, ему меньше недели. Он как-то неожиданно открылся. Новая коллекция с ароматом нарцисса. Мне вот это платье у них нравится на витрине. На лето очень красиво. Это магазин, который делает пасту свежую. И тут у них какая-то идет дегустация гуакамоле. Вот этот мужчина расскажет, как он это готовит. Оливковое дерево вроде бы. И тут у нас блины. Бар блинов.
Слушайте, мне кажется, я уже начинаю голодать, раз я обращаю внимание на магазины, на кафешки всякие. Вот это прям уже хорошие марки пошли. Вот кашемировые всякие штучки у нас тут на распродаже. В общем, распродажа продолжается. Тут на самом полный дурдом. Тут такая толпинь, что тут вообще не снять ничего. Прямо все ко мне прямо в кадры лезут. Вот прямо все-все-все. А когда я их снимаю, они как бы не очень довольны. Давайте сейчас я не буду особо что-то говорить. Я сейчас просто пройдусь по вот этим улочкам, которые на распродаже, по магазинам. Вот это очень классная марка Petit Bateau, который делает одежду детскую, взрослую, вот такую очень простую, но ее очень французы любят. Это прямо французская классика, поэтому тут просто толпа, толпится в поисках своего размера. Ну, вот просто толпень. Видите? Тут детское все, надо рыться. Я не люблю зарыться во всем. Собачки даже. Моя марка тоже детская, тоже считается хорошей, Катимини. Тут тоже все по ящикам разложено. Вот прямо люди с колясками на меня едут. Вот это ИККС, это классный бренд. Тоже все тут у нас на распродаже. Пока! Все на распродаже. Туфли у нас от Cosmo Paris. Тоже хорошая марка. В общем, это все очень бардачно. Меня такая обстановка прямо раздражает. Я не умею в таких обстановках покупать. Я знаю, что многие любят. Но я в этом, когда вижу вот так все, мне ничего не хочется. Знаю, что не права, потом буду жалеть. А что это я не купила себе платье за 10 евро? Смотрите, какие прекрасные штуки, например. Я знаю, что летом буду себя корить. Но я не умею покупать вот так. Кашемировый магазин. Очень дорогой, у него цены такие ломовые. Эта улочка поспокойнее будет. Она с более дорогими марками. Вот тут тоже идет распродажа. Это у нас бижутерия. И Zappa тоже распродажа. Кто такой тут ходит? А, Ванесса Брюно тоже что-то продает по низким ценам. Пиджачки, бижутерия. Сейчас мы выйдем на площадь, опять еще одну площадь, на которой находится Дворец Правосудия. Там тоже будет рынок. Дорога Жармо. Скидки до 70%. И вот там у нас рынок. Ну, можно мы туда не пойдем? У меня эта толпа, я прям от нее устаю очень сильно. Я вам покажу, как это выглядит. Ну ладно, давайте пойдем. Художники. Да.
Тут у нас подготовка к обеденному времени. Столики уже готовы. Люди пока нагуливают аппетит на рынке. Традиционные очень для Прованса мотивы. Скатерти, все такое, очень традиционное местное. Тут также традиционная керамика. Смотрите, вот реально люди покупают, прямо вот смотрите, стоят и смотрят, и выбирают что-то. Все это очень так, на самом деле, настоящий рынок, куда люди приходят покупать. Не как я просто поснимать. Я на рынках вообще не люблю покупать. Вот это прямо ремесленники, которые делают сами свою продукцию. Сумки плетеные. Вот тут внизу, кстати, раскопки. Раскопки вроде 13 века. Так, артишоки. Лимончики красивые с листочками. Видите, меня только на еду тянет. Мимо одежды я прохожу очень быстро. А вот показать вам арбузы, ананасы, меня даже уговаривать не приходится. Ой, дыня уже есть. Но вообще-то уже арбузы даже есть. В общем, вот представьте, какой там, сколько там народу. Все, мои хорошие, давайте на этом закончим. Я думаю, про рынки вы уже все знаете сами. Давайте просто пройдемся по улочкам. Я не буду прямо комментировать, потому что мы просто идем по старому центру, где продолжается распродажа. Давайте лучше пойдем красоту посмотрим. Вот я зашла в частный дом, в частное владение. Смотрите, какая красота тут. Красиво же. Это тут кабинет медицинский и адвокаты. Конечно, кто еще может в таких местах находиться? Только врачи и адвокаты.